номер 2, примерно против Миррора. Плюс-минус там несколько карт. Неудачная. Тут, кстати, проблемы TGP-шки также есть. Что иногда мы своей монобазе проигрываем. Правда, бывает очень редко, поскольку нам белый совсем в помощь нужен. Но никак сейчас. Так, а он зеленый не играет, ну. А, у него он тоже, короче, сидит. В мане. Забавно. Обоих нас покрючило. Привет, бабай. Ну, не прям так намного на самом деле. Ну, раза в полтора где-то. Да, только у меня еще хотя бы третья манка поднялась. Да. Блин. Кто поднял третью ману на пятый ход, тот выиграл. Да, смешная игра. Правда, здесь тоже нам что делать. А. Ура! Только мы теперь тут вообще без всего, так, да? А, ну ладно. А мы тут без белого остались таким макаром. Короче, игры веселые. Мы достали беленькую. Так, ну давайте на 7 в атаку пойдем. Есть чем там просто это? И киваке там кого-то выкинем. А даже так он хочет. Это вообще замечательно. Еще мы пробафаем. Интересно, надо ли берсерк давать? Не надо. Не, наверное, рано пока пойдем. Окей. Хотя, наверное, зря, надо было в этом выкидывать его. Опять я прогнал. Надо было выкидывать и пробивать. Да, что-то какие-то странные игры.